رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان يا رمضان يا موسم القرآن Я в течение этих двух десятков лет, которые я провожу в Махачкале, несколько раз мне посчастливилось вместе с вами здесь отмечать кое-какие такие праздники. Я всегда, навсегда хочу я вам сказать, я вами горжусь. Алхамдулилля, я очень рад тем, что у вас такой, не у вас, а у нас такой сплоченный джамаат. Дай Аллах вам долгих лет жизни, здоровья, благополучия. Как у вас здесь организованы ни ифтар, ни другие мероприятия, в других местах мало где бывает. أقبلت بالبشرى والخير والغفران تراويح سحور إفطار это самый лучший дар и пусть сердце повторяет Все вместе мы в едином кулаке проводим вот такие мероприятия и будем дальше тоже проводить Баркала всем за поддержку, за то, что я, честно говоря, не ожидал, что такое количество здесь будет присутствовать. Огромная баркала всем за то, что вы здесь присутствуете, за то, что поддерживаете. Большое спасибо хочу выразить Ахмад Хаджи Кудиеву, который посетил сегодня наш город. В действительности, тут было заявлено, сказано, что карьера Ахмад Хаджи Кудиева началась из люта. Мне кажется, с его рождения самим Аллахом было сделано на нем акцент. Кизлюту повезло. Наш Кудиев, наш устаз, этот цвет под акцентом, скажем, через Кизлют и дальше для Дагестана, для Кавказа, для всей страны сегодня он есть. Вам крепкого здоровья, долгой жизни. أقبلت بالبشرى والخير يا شيخ دغستان سلام